Так-так, а у нас тем временем блок Виталика. Мои всякие штучки, ништячки, которые мы использовали для макетной сборки. Макетная голова, все это отправляется в кузов. И блок едет в механику на расточку и ханинговку. Сейчас мы еще и поршня туда положим и везем это все механику. Но я это все сделаю через автолайт, потому что мы еще наш блок, который на GT86, на нашу, тоже везем туда на механические работы. Уже сезон начался, уже подготовка пошла прямо вот по полной программе. На самом деле нам просто запчасти пришли. Кстати, если вас смутил этот гоночный Лерочкин самокат, почему он стоит в кузове, я приехал, на самом деле, не блок забирать, не запчасти. Я приехал, потому что у ребенка колесо на самокате отвалилось неожиданно. И вот. Так, ну все, блок наш тоже загружен. Колокол загружен. Виталище блок. Поршня в салоне. И мы стартуем. Так, ну все, механические пацаны на месте, на тележке. Приехали. Но я забыл кое-какие болты. Поэтому заеду еще завтра и как раз вам внутри цеха поснимаю, что будет с блоками происходить и где. Короче, Серега меня завел все-таки, показал станок, на котором у нас будет постель коленвала протачиваться для того, чтобы наши бугельные крышки Titan Motorsport подготовить, ну, под новый блок. И вот здесь такой скромный V8 от КамАЗа. Может его забрать, а, пацаны, что вы думаете? Привезли Сереге резцы. Привезли все, и, короче, мы прям здесь, вот в таком цеху, теперь будем заниматься подготовкой мотора. Ребята очень круто ворвались, они на самом деле в теме дрифта, в теме спортивных моторов, не только дрифта, и кольцевых моторов, и на Жигули в MCGP собирают, поэтому я очень рад с ним познакомиться, очень хорошо вникают, и надеюсь, что работа наша сделается долго. Кстати, и наша фальш ГБЦ, которую мы специально изготовили для того, чтобы правильно протачивать моторы. Стальная 20-миллиметровая пластина.